Доброго вечора! В ефірі програма «Розмова на тему». І одразу ж на початку нашого ефіру хочу запросити вас на відкриття персональної виставки художника Олександра Бондаренка. Захід відбудеться 22 лютого о 13:00 в приміщенні обласного краєзнавчого музею. Сьогодні до нашої студії завітав сам майстер пан Олександр. А також керівник творчого об'єднання «Прибужжя», заслужений працівник культури України та автор проєкту «Нові імена Миколаївщини» Валентина Кривцова. Вітаю вас. Здравствуйте. І одразу ж перше запитання про цей захід. Я так розумію, він йде в рамках проєкту «Нові імена Миколаївщини». І це вже не вперше, так? Да. В 2009 году был основан творческий проект творческим объединением «Прибужья» и областным центром народного творчества, который мы решили назвать «Нові імена Миколаївщини». Он создан в поддержку аматоров нашей области, тех, кто только начинает заниматься творчеством, но еще вот по каким-то причинам не создал свою первую персональную выставку. И поэтому мастера, участники этого проекта, они базуются на том, что впервые презентуют свою первую персональную выставку. Это очень ответственно, это очень волнительно всегда, поэтому мы максимум помогаем создать персональные выставки и поучаствовать в этом проекте. И получается, что в следующем году проект «Нові імена Миколаївщини» уже будет праздновать свое десятилетие. І де ви знаходите таких людей? Ну, так як творческое... Як відбувається цей процес? Так как творческое объединение «Прибужья» состоит при областном центре народного творчества, конечно же, наша работа в первую очередь, как методистов, это выезды в районах, в районы, и выезды в громады, в села. Именно там мы знакомимся с мастерами, ну, это то, что касается декоративно-прикладного направления. Именно там мы находим новые таланты, отбираем работы, помогаем практически методически мастерам. И именно так вот и мы познакомились с Александром Бондаренко, потому что когда я приехала в Баштанку, я увидела прекрасную картину, которая называется «Розовый туман», которую вот вы сейчас видите перед собой. И, вы знаете, просто вот вслух проговорила, какая замечательная картина, как бы я хотела сделать персональную выставку этого художника. Ну вот видите, осуществляется. Чем вас она так сильно вразила? Своими барвами, чи, можливо, тем, что так дуже обережно, дуже нежно якось? Вы знаете, каждый художник, каждый мастер очень индивидуален. И, конечно же, когда пытаются художники, мастера копировать друг друга, ну, это все очень банально. А когда видишь работы, когда необычная композиция, не вот почерк свой, авторский вот почерк художника, когда эта цветовая гамма не совсем обычная, конечно же, вот что-то затрагивает просто вот душу, и ты уже видишь, что да, это будет действительно интересно не только мне, но и зрителю. Давайте пропоную трошечки тоді познайомитися з паном Олександром, а потім ми повернемося знову до проєкту «Нові імена Миколаївщини». Розкажіть, як ви потрапили до Прибужжя? Ну, наверное, в результаті того, що працював, мене замітили. Ну, у меня друзья есть в Прибужье. Вы мечта была, вам якось, да, может, мечта была такая, что тоже в этом коллективе, влиться в этот коллектив. Ну, в результате, как бы, все получилось. Насколько я понимаю, вы сейчас є активным участником этого объединения, так? Пытаюсь быть активным. Как получается, не знаю. Получается хорошо, потому что всего год в творческом объединении «Прибужья», но Александр Иванович уже и поучаствовал в областных семинарах, мастер-классах, творческих встречах, даже стал участником нового проекта областного центра «Диптихарт». Ты у нас дуже скромный художник. Расскажите про те, звідки все розпочалося, коли ви почали малювати, взагалі перші, можливо, роботи? Это началось очень-очень давно. Я всю жизнь работал художником-оформителем, вот, а уже живя в Крыму, уже портреты начал писать, как бы
А приехавши в Баштанку, тут уже вдохновили. Да, вдохновили, краеведы. Да, да. Местность такая красивая. И, в общем, начал больше уделять внимание пейзажу. Пейзаж, ну, в общем, как получается, я знаю, люди должны сказать. Мне, в принципе, я стараюсь, чтобы было лучше, но всегда как-то где-то вот хочется, вроде бы что-то не хватает, и все время надо искать. Куда идти, да, далее, да, да, ну, не знаю, наверное, еще впереди что-то. Я помітила, що у вас є і морські пейзажі, і пейзажі села. Що вам більше до вподоби зображати? Ну, я б не сказав, що щось сильно преобладає, да, там море. Буває інтересно і море писати, а буває інтересно просто, ну, какой-то вид, лес там. А від чого це залежить? От настроєння, наверное. А ви завжди пишете від те, що бачите? Чи буває так, що там придумали собі море, в голові воно є, і одразу малюєте? Ну, как бы, нет. Дело в том, что буває таке, да? Придумаєш, но это совсем по-другому. Лучше видеть. Когда видишь природу, и пишешь, передаешь то, что ты видишь. А то, что с головы, ну, это немножко другое. Это... Фантастичний пейзаж. Фантастично, так. Да, ну фантастично, ми над другими вещами працюємо, то, що з голови, это это другая. Больше, наверное, впечатление, переживание, да. Какое-то душевное состояние, поэтому выплескивается, да. Потом на полотна. Ну да, 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 так правильно. Наскільки я розумію, картина, яка знаходиться наді мною, вона є також особливою, тому що малювалася вона не з живої природи, так? Ні, ні, просто увидел чорно-білий рисунок. Ну, захотел как-то оживить ее. Вот она черно-белая была, ну, невыразительная совершенно. А краевид гарний, так? Да, да, вид, речечка такая, луна, захотелось сделать. Ну, не знаю, как получилось. Она уже в частной коллекции, так что. Зрозуміло. А на выставке она також буде? Да. Я так розумію, всі роботи, які сьогодні присутні, всі будуть на виставці. Це який передпоказ. Ну, да, скажем, что это презентация. Сегодня мы вам показываем, какие, в каком жанре, в какой манере работает художник. А те, которые будут отбираться на выставку, дело в том, что Александр Иванович скромничает. В этом году он отмечает 30 лет творческой деятельности. И, естественно, очень большое количество работ у него уже как бы есть, да, вот такой творческий багаж. И у нас, конечно же, будет проблема в том, чтобы отобрать лучшее из лучших. Поэтому попадут эти работы, не попадут именно в презентацию первой персональной выставки, пока что неизвестно. Но думаю, то, что «Розовый туман» работа будет обязательно на персональной выставке, это я обещаю. Сколько взагалі у вас есть картин? Ну, я не знаю, я их не считал, но, наверное, больше, чем сотня. Більше, так? Не читав. На виставці, я так розумію, всі не будуть? Як у вас ні, відбір? Ні, всі ні, ну, звісно. Да їх багатьох вже нету здесь. Хто-то вже увез за границю їх. Так. А ви відслідковуєте долю своїх картин? Всіх нет, чесно. Ну, але, ну, може, найкращих, які вам найбільше подобалися. От, раніше в того було, потім в того. А, так. Да. Є одна картина. Недавно в Ютубі увидел. В Германию подарил одному фермеру, ну, знакомый, хороший. И в Ютубе вот на Новый год, да, на Новый год выставил картину мою, там столик, свечечки и картина моя стоит. Ну, как-то приятно. Звичайно. Вважайте, що і на Новий рік ви святкували майже з ними. Да. Вони в будь-якому разі відчували вашу присутність. Да. І хотілося б ще запитати, як відбувається відбір картин, адже їх так багато взагалі в доробку. Хто допомагав відбирати? Чи, можливо, ви, пані Валентина, допомагали? Ну, цю беремо, цю не беремо, які критерії, чи є якісь? Діло в тому, що таке персональна виставка? Це, звісно, історія самого автора цієї виставки, його судьба, його творчі якісь достіження. І, звісно, у кожного свій індивідуальний підхід, от, к
как я начал заниматься творчеством, как сложилась моя судьба. И вот, понимаете, такая своеобразная концепция про каждого человека. Да? Вот этого человека мы покажем вот с этой стороны, а этого человека я вот вижу, что его нужно преподнести вот эти качества. И от этого зависит и тематика работ, потому что Александр Иванович, он и морские пейзажи у него есть, его вдохновляет море, прекрасные сельские пейзажи, портретист он очень хороший, большое количество портретов. И, конечно же, совсем недавно он увлекся иконами, пишет иконы, которые дарит в церкви. И поэтому вот мы хотим, наверное, больше показать Александра Ивановича, это как художника, который вот воспевает наш край. А уже когда будет заключительная выставка «Нови имена Миколаївщини», ну, там вы уже увидите, конечно же, более обширную вот такую вот выставку работ. И туда войдут, конечно, обязательно работы те, которые не вошли по тематике, по концепции нашей выставки на персональную выставку. А у нас є фоторяд ваших робіт. Я пропоную нашим глядачам зараз його подивитися. Я так розумію, ви не лише малюєте картини, так? Да, ну, проєкти. Проєкт. Які проєкти? Які найбільш важливіші ви вгадаєте? Создав монумент. Ну, не монумент, скажімо так, жертвам Голодомору в Баштанці стоїть пам'ятник. Там в'їзний знак зі сторони Баштанки. В'їзд в Баштанку. Зараз проєкт тоже со стороны города Николаева, где с Баштанку будет. Ну, пока, ну, міська рада приняла его, как бы, проект сам, а не сделали еще. Ну, наскільки я розумію, в вашому розумінні художник – це не тільки людина, яка малює, так? Ну, конечно. Умієте все робити? Ну, не то, що все, человек не може все уметь. Ну, цікавитися. Ну, безусловно, да, да. І моделі судов там дрова розділи. А чи хотілося б вам, можливо, ще якусь техніку освоїти? Адже в творчому об'єднанні Прибужжя багато виставок різних, і, можливо, щось вас надихнуло на створення? Хочу немножко графічних робіт зробити. Є задумка така, історія Баштанки. От там, ну, що таке. Це вже, можливо, на закриття виставки. Да, так, може, і встигнете. Ну, да. Це, може, буде. Ну, я так думаю, буде. Пані Валентино, якщо повернутися трошки до проєкту «Нові імена Миколаївщини», наскільки я розумію, у 2016 році він був відзначений обласною премією, так? Так. Да. Дійсно, творчий колектив, ну, от хто создав проєкт
«Нові имена Миколаевщины» в 2016 году, был награжден такой, ну, почетной премией нашей области, это премия имени Аркаса. И, конечно же, это очень, я считаю, признание такое большое, потому что это очень важно для нас было. Действительно, значит, мы двигаемся в правильном направлении, действительно, значит, это очень важно и нужно для тех людей, с которыми мы работаем. Это важно для нашей области, это важно, как бы, показатель нашего областного центра народного творчества. И я думаю, знаете, в преддверии, так как в этом году областной центр народного творчества будет праздновать свой юбилей, 80 лет от дня создания, конечно же, это тоже большое достижение. И такой своеобразный подарок областному центру. И мы думаем, что мы дальше будем обязательно работать над этим проектом. И вот сейчас, вот буквально в феврале, уже четвертый выставочный цикл. И, знаете, это сегодня, если вот сделать такое, подытожить, да, вот что сделано за это время, это открытие 30 новых авторов. Это новые имена, с которыми мы, дорогие зрители, вас познакомили. Это около 1000 работ, самых разных, от традиционных видов творчества до современных. Это самые разные техники, это самые разные вообще композиции, цветовые решения. Это множество мастер-классов, творческих встреч, на которых и зрители, и взрослые, и дети смогли также прикоснуться к созданию творческих работ. И на сегодняшний день мы можем уже сказать, что в этом году мы познакомим с творчеством, вот начнем с Александра Ивановича Бондаренко, представим вам живопись. Буквально перед Пасхой мы встречаемся опять же с вами, дорогие зрители, в Краеведческом музее на персональной выставке Михаила Карабутова, который представит декоративные панно и композиции, все, что касается резьбы по яичной скорлупе. И осенью мы будем удивлять вас. Это вышивка, будет ее представлять в октябре месяце Любовь Садовская, мастерица из Братского района. И закончит этот год мастерица из Николаева Людмила Гацура, которая представит свою сказочную роспись. Я нарахувала 4 майстра. 4. С остальными мы встретимся в следующем году. И будем уже удивлять вас и фелтингом, и ткачеством, и живописью, и різьбой. А в одному циклі також 4 чи один цикл 2 роки? 10. Один цикл длится 2 года. Это 10 персональных выставок и заключительная общая, ну, мы называем, знаете, своеобразный выпускной, где все 10 авторов встречаются в художественном областном музее имени Верещагина, в одной общей представляют экспозиции свои работы. Я пропоную тоді нашим глядачам нагадати, коли буде відкриття, коли буде перша виставка цього циклу, так? Ну, ми приглашаємо дорогих зрителей, гостей Николаєва на відкриття первой персональной выставки мастера творческого объединения Прибужья из Баштанки Александра Бондаренко 22 февраля в 13:00. Приходите в областной краеведческий музей, насладитесь прекрасными пейзажами, прекрасными краевидами нашей замечательной области. Баштанщины, Николаевщины. И познакомьтесь, конечно же, с творческим, таким, скажем, населением, с творческой когортой вот такой вот мастеров Прибужья, которые обязательно придут поддержать художника, который будет представлять свою выставку. До речи, я помітила, що саме в Баштанці найбільше майстрів. Чи це мені здається так? Ну, нет. Можливо, іншим районам потрібно якось більше активізуватися для того, щоб також выйти на первое место. Я думаю, что когда мы с вами встретимся в марте месяце на проекте Диптих Арт, вы увидите новых мастеров, которые представят другие районы, такие как Кривое озеро, Еланецкий район, Березанский район. Там не меньше талантливых мастеров. У нас есть також світлини из проекту «Нові імена Миколаївщини». Це світлини, я так розумію, з минулих років, так? Да, за весь період создания проекта. Пропоную їх подивитися.
художника із Баштанки Олександра Бондаренка, це вже буде не перша виставка персональна, так? У вас були так, виставки? Так, да, були на місцевому рівні, була в краєвідчому музеї, в Домі культури, в бібліотеці. Ну, ця виставка, це, звісно, персональна виставка в Ніколаєві. Це дуже важливо для мене. Нова щаблинка якась, так? Дуже переживаєте, да, можливо, причому, що скажуть? Да. Висока ступінь. Ну, как бы. Чи запрошували когось ви? Да, от приглашаю всіх, хто мене знає, хто не знає. Бо є ж ті, що такі скромні, навіть не кажуть, коли буде, що потім вже коли прийде. Ні, приглашають 22 числа к часу дня в краєвідчий музей. Приходіть, посмотрите мої роботи. Ну, я надеюсь, дуже скромний майстер. Я надіюсь, понравится. Да, потому что я хочу сказать, что тут, знаете, не сколько скромный, сколько вот действительно волнительный такой период. Видно, как мастер переживает, видно, как вот что происходит в душе у человека. Потому что я бы сказала, что любая персональная, первая персональная выставка – это как откровение не только с самим собой, но и со зрителем. И действительно важно – одно дело, когда ты пишешь картины, да, вот раз мы говорим сейчас о живописи, и когда они просто у тебя вот хранятся дома, ты кому-то даришь, это одно. А когда ты выходишь один на один со зрителем, когда ты представляешь вот во всей, как бы, всю творческую свою палитру, и очень переживают всегда художники, авторы персональных выставок, что, вот как отреагирует зритель, какая будет критика или восхищение, или вообще, что произойдет дальше. Потому что для многих, может быть, это быть толчком дальше творить, развиваться и идти вперед. А некоторые, наоборот, замыкаются в себе и говорят, все, я больше этим заниматься не буду. И вот находится какой-то, знаете, получается творческий кризис. Ну, я думаю, Александр Иванович на этом не остановится, потому что, судя по всему, идей очень много. И мы еще не раз с вами встретимся на ваших последующих персональных выставках. Будемо надіятися. Дякую вам за такий чудовий анонс і позитивний ефір. Я також запрошую наших глядачів, беріть з собою дітлашню і о 13-й годині 22 лютого завітайте в обласний краєзнавчий музей. А якщо не встигнете, то можете вже наступного дня. Я так розумію, виставка ж не один день буде. Звісно, виставка продлиться мінімум 2 тижні. Отож, ви ще встигнете. Дякую, що були з нами. Зустрінемося рівно за тиждень.